Готовиться к научной лаборатории открытий сотрудники библиотеки имени Пушкина начали еще с Нового года. Уже тогда они решили, что проект откроет читательское расследование «Пять шагов к Пушкину». Мероприятие приурочили к 220-летию великого поэта. Это юбилейный год для Александра Сергеевича. Наша библиотека носит его имя. И, конечно, это закономерно, что сегодня мы будем делать открытие, связанное с именем этого великого человека. Мы поговорим о том, что Александр Сергеевич любил на самом деле очень простую пищу. Мы попробуем рассказать им, какую роль в их жизни сыграли близкие люди. Мы попробуем поговорить с ними о том, как математика связана с Александром Сергеевичем Пушкиным. Проект НЛО в Сарове проводится в четвертый раз. Здесь дети открывают для себя много интересного и захватывающего. Узнают об истории родного края, о великих праздниках, знакомятся с новыми для них профессиями. Некоторые ребята принимают участие в научной лаборатории открытий с самого начала ее создания. Сюда я хожу, потому что мне нравится, здесь интересно. А еще здесь можно найти и старых друзей, и новых. Тут рассказывают новые и интересные факты, и самые разные вещи. Еще и сам можешь рассказать какие-нибудь факты, которые знаешь. Библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих на следующую встречу, которая состоится 19 июня в 14:00. Организаторы подготовят для гостей программу «Чудесное путешествие зонтиком». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.